Привет, друзья! Сегодня хочу вам показать мини-альбом, который я сделала из июньского кита от My Creative Scrapbook. У меня получился вот такой вот альбомчик. Его размер 13 на 26 сантиметров и в нем 4 разворота. Обложка оклеена бумагой от 49 and Market. И высечки — это Simple Stories, высечки Etchboard. А цветочки тоже 49 and Market. Давайте посмотрим его внутри. Он очень летний и яркий у меня получился. И в нем много всяких открывающихся элементов, куда можно тоже вставлять фотографии. Вот так вот я сделала на анкерах. Здесь можно подсовывать фотографию, а здесь вставлять в уголочки. Я добавила всякие микс-медийные штучки, то есть дистрессы нанесла через трафарет, штампики и пасты с глиттером. Вот здесь через трафарет тоже у меня нанесена. Использовала даже бумагу от упаковки для высечек. Вот такая обратная сторона, очень красивая. Я ее сделала как подложку под фотографию. С этой стороны нет открывающихся деталей. Здесь вот такая вот большая открывашка вверх, маленькая. И вот эту упаковочку от цветов Примы я тоже вырезала окошечком. Мне очень нравится вот этот золотой краешек. И это будет рамочка для фото. Вот так вот можно вставить сюда фотографию. И будет очень здорово смотреться. Так что не выкидывайте такие упаковки. Вот здесь открывается таким образом. И последний разворот. И еще одна примовская упаковка от цветочков, которая была тоже в этом наборе, в ките в этом. Вот такой альбомчик у меня получился. Надеюсь, вам понравилось. Пока-пока!